МОЭК подключит стадион «Торпедо» к теплу. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает РИА Новости, для этого специалисты провели работы по возведению двух тепловых камер и прокладке тепловых сетей. Также сейчас ведутся работы, чтобы обеспечить теплом корпуса нового жилого комплекса, который находится рядом со спорткомплексом. По информации издания, протяженность новых теплосетей и вводов до жилой застройки и спортивного комплекса составит более 1 километра. Уточняется, что общая тепловая нагрузка будет достигать 26,82 гигакалорий в час. По словам специалистов, планируемые сроки завершения работ приходятся на сентябрь 2020 года. Стоит отметить, что в 2020 году МОЭК собирается подключить почти 400 объектов капитального строительства в Москве. На сегодняшний день проводят работы по подключению ряда потребителей в северо-западном и юго-восточном административных округах столицы. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!